ребята, мы очень рады вас видеть в нашем уютном, любимом санатории. Каждому для вас мы подготовили чистые и уютные комнаты. Вы нам все заметили, что у вас у всех новые покрывалки, новое постельное белье. И поэтому у меня к вам огромные просьбы. Пожалуйста, все это берегите, хорошо? Не портите. Чтобы вы не ложились в обуви на кроватке, как я некоторым делаю замечания. Извините, после вас еще дети приезжают. Мы надеемся, что вы полюбите наш санаторий, и он будет такой же, как второй дом для вас. А сейчас я хочу пригласить людей, благодаря которым в нашем санатории всегда чисто, светло и уютно. Девочки, идемте. Пришло время.